раз будет ни много, ни мало, как раз будет. Намасте, привет, друзья, подписчики. С Рождеством, кто празднует католическое Рождество. Я праздную. Вот уже сейчас получается 12 с копейками, вот как раз. Я уже праздную, 25 число наступило. Вот, рождественской индейки у меня нету, но я сегодня... Давайте вам покажу. Но я... Не захотелось целую курочку, я посчитал, что я точно не потяну. А вот взял по 20 рупий вот такие, я взял себе 3 кусочка курицы. Думаю, как раз будет ни много, ни мало, как раз будет нормально. Отварил рис. Вот и буду... И вот праздную. Вот так можно сказать. Так что всем приятных с наступающими праздниками. Флагами сегодня, флаги поставили вчера, не было, когда возвращался, не знаю, что это за растение. Сегодня намного народа побольше. Я так понял, спрашивал, сказали, значит, тоже буду конфетки там раздавать. Да я так понимаю, как в прошлом году. Не знаю, может, вдруг кто-то кого-то попрошу, ну, сомневаюсь, откровенно говоря. Много людей. Много сегодня. Пятница, есть люди. Рождество. Эй, тата! Тендру, ора, лаврак! Налла нади, это мотто каратта панне. Канта гару, дай сори, лаврак. Майс кайф от того, что прикет. Эй, тамми, еле утра. Еле. Эй, нали говорона. Папа, вы сейчас не сможете.
Very good man. गोदी में बैठे ही गोदी में बैठ कर अच्छा यहाँ देखो आ जाओ அடுத்த நீ போ விடுமா ஒன்மா Thanks, sir. Yes. Shake hands. Merry Christmas. Merry Christmas, Happy New Year. பக்கத்துல வர நல்லா வீடியோ எடுக்கணும் Вот, полчаса. Переработал, но я говорю, даже незаметно, ничего не... Отлично, я считаю, что отлично, и у меня время пролетело, как время бежит. Это как года тоже, да, вроде так, то хотим быть взрослыми, а потом... Когда бегут, а мы понимаем, что, увы, к сожалению, есть такое, что с каждым годом, увы, младше не становимся. Фу, ребята, сегодня говорю, переработал, вот, считайте, ну, переработал. Полчаса я, вот, я новшества такие наделал сегодня. Ходили я такие резиночки, чтобы сапоги не спускали. Мастер. Ну, а что делать? Потому что я помню, там при сайте сегодня я отплясывал и резвился я, короче, сегодня. Сегодня так нормально, все прошли. Не было, как в прошлом году, было немножко поскромнее, но... Ну, все равно как-то так было, что дети, кому же тоже все с собой не просил. Фу, хорошо. Буду собираться и буду на лошади домой. Merry Christmas, Happy New Year. А я дома, продолжаю праздновать. Завтра суббота, последний день. Ну,
Ну, завтра буду собираться, завтра уже все соберу, только буду, чтобы приду с работы, в душ зайду и на автовокзал и на Бангалор. Давайте покажу, как я буду сейчас садиться ужинать. Вот захотелось, вчера мне понравилась та курица, которую покупал, эти там ножки эти, или как их, по 20 рупий. Сегодня зашел, не было, то вот взял на 50 рупий, столько мне дали. Самосы захотелось, здесь такие небольшие, по 8 рупий. И вермишель отварил, чай.